В Пермском крае продлили действие ограничительных мер до 10 января 2022 года. До окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, совершение покупок в торговых центрах возможно только с сертификатом о вакцинации от коронавируса или QR-кодом. Также продлевается ограничение на деятельность общепита в период с 23 до 6 часов. Работать круглосуточно смогут лишь заведения, ведущие деятельность в зданиях железнодорожных вокзалов. Продолжает действовать фильтр безопасности, QR-коды для сотрудников ряда организаций, размещенных в зданиях административно-деловых центров. И, конечно, продолжается режим строгой самоизоляции для непривитых жителей в возрасте 60 лет и старше.